Всем привет! С вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня хочу сделать отзыв наших клиентов, которые приобрели у нас дом на коттеджном поселке Морской. Это Алексей и Вера. Расскажите маленько, может быть, о себе, откуда вы приехали, как о нас узнали, почему выбрали именно Анапу, ну и вот что интересует, как бы вас заинтересовало, если вы смотрели этот ролик. Ну, вообще, мы с Московской области, город Мытищи. У нас здесь родственники в городе Анапе проживают, мы часто приезжаем. В общем, влюбились в курортный городок этот. Ну, вот решили сюда перебираться потихонечку. Ну, вот смотрели разные варианты, разные планировки, разные участки. Ну, и родственники нам подсказали, что вот строится такой коттеджный поселок. Съездите, посмотрите. Мы открыли интернет, посмотрели, нам понравились как бы и сам архитектурные строения домиков, и ну, сам проект понравился. Вот. Да, место расположения очень удачное. Расположение удачное. Очень удачное. Мы приехали, посмотрели, нас все устроило, поехали по факту смотреть дома. Приехали и подрастерялись мы немножко, потому что было на тот момент готовых 3 или 4 дома, поле и все. Вот, ну, посмотрели, нам очень понравились домики, очень, потому что домики красивые, статные, все в едином архитектурном стиле, заборчики ровненькие, планировка нам очень понравилась. И самое, что нам понравилось в этих домах, что дома-то сделаны это все под ключ, а под ключ это не просто как бы сказано, что под ключ, а вплоть... Посмотрели. До мелочей. До мелочей, да. То есть до плинтуса вот все до такой степени аккуратненько сделано. Мусор на участке не валяется. А то как некоторые люди построятся, потом вагоны вывозят мусора. Участочки чистые, окошечки красивые. Посмотрели, все понравилось, устроила планировка. Ну все. И мы вот как-то так решили рискнуть. Ну вот такие есть у нас еще вопросы от клиентов, что... Но самолеты не смущают, они же прямо над головой, говорит, летают. Это романтика. Это романтика. Да нет, не смущают. Там не так часто они летают. И не так вообще на них внимание обращаешь, если честно. Ну вот просто как бы задают вопросы, что там прям вот-вот, вот я и говорю, что... Нет, шум особо не беспокоит, и даже внимания на них не обращаешь. Очень удачное расположение вообще с самого участка, потому что им... Железнодорожный вокзал рядом, и аэропорт рядом, практически пешком можно передвигаться. И вообще, можно сказать, что в пределах Анапы цены очень даже, я бы сказала, доступные. На сегодняшний момент, вот вы приезжали, говорили, когда приехали к нам первый раз, там всего лишь было, ну, несколько домов. Угу. На сегодняшний момент, когда уже приехали, увидели, сколько там застроек, как вам? Ну, вообще, конечно... Ну, это впечатляет. Да. Масштабы, быстро. Темпы строительства и вот качество просто поражают. Практически, ну, можно сказать, не то, что большая половина поселка, она уже отстроена. Причем дома растут прям как грибочки. Они быстро, аккуратно и качественно. Ну вот выходили по стройкам сами, смотрели, как мы делаем, как заливаем, как сетку кладем, какие-то, может быть, минусы нашли, или, может быть, нам подсказать что-то где-то улучшится, или как все понравилось. Насчет улучшения, я так думаю, тут дело каждого индивидуального хозяина. Но то, что касается меня, есть изменения, но вполне все устраивает. Расположение, качество отделки, я не знаю, ну вплоть до мелочей. До мелочей. То есть нюансы каждый будет носить по-своему. А готовый товар смотрится отменно, просто отменно. Поэтому наш выбор останавливается именно на коттеджном поселке Морской. Это близость, доступность, качество. Сроки очень быстрые реализации готового жилья, то есть от внесения оплаты, подписания договора и до сдачи. То есть это практически ну, в пределах полгода. Ну что, полгода. На данный момент уже люди обживают готовые домики, уже есть и вода, и свет, в ближайшее время будет газ, да, да. Магазины будут. То есть, ну, что еще для жизни вода, надо? Для жизни надо. В пределах города, недалеко море. Вообще замечательно. Экология. Есть экология. Одно но, что еще для жизни надо. Это хорошие соседи, поэтому мы ждем вас, как соседи, прекрасно вот нашим клиентам.
Звоните, интересуйтесь, мы рады будем вам ответить на все ваши вопросы, какие вас будут интересовать. Вам спасибо, что уделили время. Но я еще думаю, что мы с вами встретимся полностью уже на готовом вашем доме, да, вместе, конечно. И покажем, какую сказку сделали вы в своем прекрасном доме. Константин, спасибо большое. Да. Всем до новых встреч. Вам, да. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока. До свидания. Ну вот мы и взяли еще очередной отзыв у наших клиентов, которые оставили свои комментарии, пожелания для наших подписчиков, чтобы тот, кто планирует приехать к нам сюда и посмотреть все, что у нас есть на сегодняшний момент в продаже или выбрать подряд, обращайтесь нам в отдел продаж, мы вас встретим в аэропорту, на ЖД вокзалах, расселим в наших гостиницах, покажем все полностью, что мы строим и что есть на данный момент в продаже. Если у вас остались какие-то вопросы, можете писать, мы обязательно на них ответим. Ставьте лайк под нашим видео, подписывайтесь на наш инстаграм. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока, до новых встреч!